Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И сейчас вот должно получиться такое интересное видео, которых еще на моем канале не выходило. Вот. Ну и все сразу же увидели ковер, скажут, опять ковер. Ну, что поделать, такая наша жизнь. Вот, тяжелая, да? Ну ладно, сейчас именно будет такой интересный видос, которого действительно не было никогда на моем канале. Но это не значит, что именно такого действия не было. Я уже как-то разыгрывал определенный приз, смазку, да, под видео. То вот здесь, конечно, получается чуть-чуть по-другому. И сама вот эта, как бы сказать, формат и викторина, она будет другая. Видите, я для этого специально снимаю видео даже. Не знаю, как это все грамотно изложить, но я не буду делать это специально отдельное видео. Но вы поняли, да? То есть, что я имею в виду? Обычно все блогеры это делают как? Чтобы разыграть какую-то там безделушку или какой-то приз. То есть, для этого специально снимают видео, заставляют подписчиков всех подписаться, всех поделиться, поставить лайки, потом это все разыграть. То есть, одним словом, это, уважаемое, делается для привлечения аудитории. Ну, как бы сказать, блогерами и типа это, и ну и все такое. Соответственно, эти блогеры занимаются продвижением своих каналов, да, то есть они там в сетях социальных, ВКонтакте, в Фейсбуках, там, в Нубуках, там, ну, образно говоря, где угодно, чтобы двигать свои каналы. Соответственно, для этого есть и специальные обученные люди, которые за умеренную плату продвигают эти каналы. Я ничем подобным, уважаемые, не занимаюсь, ну и в принципе не собираюсь этим заниматься. И соответственно, это данное видео с розыгрышем этого, как бы сказать, приза, да, сейчас мы все дальше это скажем, да, оно именно спонтанное, да, и именно действительно от чистого сердца, потому что сподвигло это все, как бы сказать, снять и сделать комментарий одного, скажем так, зрителя моего канала. Вот, ник его Юпитера. Специально даже снял скриншотик вот этой вот странички с его комментарием. Вот, сейчас я сделаю скриншот экрана и вставлю вам. Вот, и что же там было написано? А, теперь мы конкретно уже по факту говорим. Мое крайнее видео было снято, что можно поймать на спиннинг от 3 до 15 грамм на шнур 0,128, да? Вот, и там вот человек под ником Юпитер на ютубе, да, написал вот такие вот слова. Чтобы, как бы сказать, не исказить информацию, я специально себе сделал скриншот и распечатал эту страницу. Вот, зачитываю. Уважаемые сотрудники компании Коэкс. Запятая, все грамотно писал. Умный. Разве вы не знали, что фотографироваться с чужим уловом есть большой рыболовный грех? О как! Искупить который можно, лишь разыграв среди подписчиков Александра аналогичный новый спиннинг, на который была поймана та величественная царь-рыба, таймень, в веселом и увлекательном конкурсе репостов, полагая, что только таким способом вы сможете искупить этот ужасный грех. О как! Ну, соответственно, я это почитал, написано красиво, написано грамотно, ну и подумал, почему бы действительно, ну, не разыграть, и почему бы сотрудникам компании Коэкс действительно бы не искупить этот тяжкий грех. Ну, действительно, мы ж рыбаки люди суеверные, ну, сами понимаете, конечно. Ну вот, я, конечно же, приложил к этому небольшое усилие и отвечаю на данный комментарий. Здравствуйте, уважаемые сотрудники компании Коэкс. Осознали совершенный сия большой рыболовный грех. Точка. И готовы искупить его розыгрышем спиннинга Black Hole Spirit 3,15 грамма. С комментариями под данным видео для зрителей канала в ближайшее время. Ну, как вы уже поняли, ближайшее время вот оно наступило. От этого мы сейчас в этом видео и сразу же все будем бах-бах-бах убивать всех зайцев. Кирдык, и сразу же это все разыгрывать. Вот. Так. Ну, единственный нюанс будет какой, что вот именно разыгрываться будет спиннинг не 3.15, вот как у меня вот здесь он новенький лежит. Друзья не могут, кстати, задавали вопрос, что, говорит, там у меня лежит. Может, у него, говорит, тест другой, может, он действительно как запасной, вот прям такой офигенный, что он прям там запасной, да. Нет, это просто спиннинг попросили достать, как бы сказать, друзья. Он пришел ко мне с общим, как бы сказать, там попутным ветром, да, и он у меня, как бы сказать, завалялся, вот он
лежит. А разыгрывать мы будем спиннинг 4.18 вместо 3.15. Ну, тоже очень неплохо. Я скажу, таким спиннингом я тоже ловил. Им целый сезон отловил мой друг в немецкой кепке под названием Брателло. Скажем так, с погонялом Брателло, если правильно сказать. Он ловил 4.18. Тоже работал такими же мелкими приманками. Кидал тоже от самых низов, да, и нормально все работал. И тоже я смотрел, как со стороны он им рыбачит этим спиннингом. Со стороны, конечно, оно виднее, уважаемые зрители, что когда человек... Свои-то как бы ошибки не замечаешь себе, когда бревно в глаз попадает, его ж не видно. А вот со стороны, особенно за другом, тут вот сразу же вся фигня и вылазит. Тут вот со стороны, конечно, вот, ну, было видно, что Андрей действительно в некоторых местах и действительно очень сильно нарушал законы физики, да, превышал углы атаки, даже за голову его там отводил. Ну, а рыбу мы берем всегда руками, да, то есть все это видят, как бы. От этого, как бы, приходилось ему там руку оттягивать, вот так, аж за спину. Смотрю, этот кончик уже вот так вот там, ну, думаю, ну, все, короче, блин. Сейчас будет состояние хламидиоза у данного спиннинга. Нифига, ни один спиннинг у нас при всех этих моментах не треснул, не сломался, а... Значит, как бы сказать, показали себя нормально. Так что вот, разыгрываться будет спиннинг по факту тестом 4.18. И еще один маленький нюанс. Если кто-то из зрителей, у меня есть зрители не только именно там с Дальнего Востока, там, или Сибири, или там с Алтая, или с Красноярска, или вообще с западных регионов России, да, они же там со всего мира смотрят, я статистику смотрю, то есть там и даже там такие страны какие-то там африканские, сейчас даже и не вспомню там, типа Папуа-Новой Гвинеи, даже оттуда есть какое-то количество, минимальное 2-3 зрителя. Вот, от этого скажу так, если этот спиннинг именно выиграться по России, то доставка будет осуществляться бесплатно до человека. Если этот спиннинг выиграет человек, который живет за пределами России, то доставка будет осуществляться за счет победителя, то есть за счет человека, который выиграет этот спиннинг, если он посчитает, что он ему нужен. Сразу же хочу сказать, цена вот этого данного спиннинга в районе от 9 до 10 тысяч. Видим, что приз по сегодняшним дням, да, ну, как бы, ну, не дешевый такой, да, то есть серьезный, да, как бы. Вот, такие вот делишки у нас. Вот такие будут условия, а разыгрываться мы будем, типа, как вам объяснить. Я сейчас, конечно, на видео это все покажу, как бы сниму там экранчик. Вы посмотрите, что за программа. Сейчас всяких много множественных программ, типа они как электронные рулетки. Они выбирают именно людей, которые именно подписаны там на канал, да, и которые именно оставили комментарий под данным видео. То есть те люди, которые просто подписаны на мой канал и под этим видео они оставили никаких как комментов, да, комментарий, соответственно, они не будут принимать участие в этом, как бы сказать, интересном розыгрыше. Вот, уважаемые зрители, а именно те, кто оставил комментарий. И эти программы, они, как бы сказать, называются там по-разному, ну, обычно их называется рандомайзер. То есть, я думаю, все люди современные, кто-то много-много играл всякие разные там онлайн-игры, типа, допустим, World of Tanks, да, там есть такое понятие рандом, то есть случайный набор там команд, да, и здесь тоже, типа, программа будет рандомайзер, мне только стоит ввести туда адресную строку, под которым находится мое видео, нажать кнопку, и рулетка там это закрутилась в голове у этой программы, и она выводит там, типа, самого там человека, который написал там, по ее мнению, интересный комментарий. При этом там не будет участвовать, если этот человек написал там 10 комментариев, там, то есть будет участвовать только один комментарий. То есть, ну, как бы относительно честные программы. Ну, насколько они там честные, я как бы уже не вникал. Ну, все равно это будет выбираться все, грубо говоря, уважаемое, спонтанно. Вот. Что-то еще хотел сказать. А, вот. Ой. Что-то нога отнимается все-таки. Болячки после рыболовных сезонов дают о себе чуть-чуть знать, сейчас ногу протяну. Вот. А также вот, что я хотел еще сказать, уважаемые зрители. Много таких, как бы сказать, моментов волнующих выходит по этому видео. По шнуру, на который был пойман этот таймень, да. То есть шнур 0.3. То есть, по идее, с диаметром по русской классификации 0.120
8 миллиметров он должен быть 0,6, но вот именно фирма Gearlab, ну, Шнурекса, они вот этот 0,128, да, его диаметр, они его, как бы сказать, позиционируют внутри. И я, как бы сказал, как бы сделал, как бы там упор, что шнур 3 сезона использования. Чтобы все понимали, что такое шнур 0,128 PE, да, на третий сезон использования, я вот вам сейчас хотел продемонстрировать. Вот эта катушечка Stella. Вот этот шнур никуда не смотанный вообще. Ко мне люди в гости приходили, я показывал. Вот. Берется вот этот шнур, видите, отматывается. Вот. Спокойно вяжется, допустим, обыкновенный, как бы сказать, узел. Да. Все это плавно тянется. Потом вот это так и рвется. Видите? Я порвал. Хотя, несмотря на то, что шнур 0,128 тонкий, у меня бы хотя бы должен на пальцах остаться какой-то отпечаток, потому что шнур должен резать. Даже не осталось никаких отпечаток. Демонстрирую еще раз. Высокопрочный шнур фирмы Gearlab Pexa на третьем сезоне использования, на которого я ловил всех линков и тайменей три сезона с подряд, чтобы все понимали его сверхпрочность. Вяжется узел. Лопнул. То есть, вот на сегодняшний момент, я скажу, обыкновенная нитка, которую штопают одежду, носки, она держит на разрыв больше, чем этот шнур. То есть, вот вам для примера, чтобы вы представляли, как вот я вот с таким вот мощным там шнуром, да, выводил эту рыбу. Ну, суть не в этом, уважаемые зрители. Давайте переходим теперь к розыгрышу этого хорошего спиннинга. Ну вот, уважаемые зрители, добрались мы теперь до самого интересного момента. И вот с такой вот программкой мы сейчас будем выбирать нашего победителя. Видим, что тут написано, как выбрать победителя в конкурсе на YouTube, да? Ну, вот, рандомайзер, вот такая программка. Как она более подробно работает, вы можете здесь почитать и найти вот в этом во всем описании, да? Я ссылочку на эту программку оставлю на всякий случай, кто-то может почитать. Вот. А наша задача, конечно, грубо говоря, как бы разыграть вот этот приз. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно сейчас перейти на саму эту программку рандомайзер. Видим вот такое вот окошечко. Тут видно написано ссылка на видео, фото или пост. То есть моя задача сейчас просто ставить ссылку на видео, и все люди, кто подписаны на канал, да, и оставили комментарии, да, под данным видео, ну, они вот сейчас тут будут выбираться с помощью как бы рандомайзера. То есть рандома, по сути дела, как электронная рулетка. Что нам для этого нужно? Теперь мы переходим на мой канал, выбираем мое видео, как рыбу, какую рыбу можно ловить на спиннинг от тестом 3.15 и шнур 0.128. Вот оно, да? Выбираем в адресной строке, вернее, копируем с адресной строки ссылку на это видео, да? Вот, скопировали. И теперь мы ее вставляем в сам рандомайзер. Видим, сразу же появилось, сколько просмотров под данным видео. 8506, 175 комментариев и 570 лайков. Видим, что на фоне как бы всего вот этого, видите, как пиксельной такой заставки, видим, что там изюбряк плывет, изюбриха. То есть вот это видео с самого начала оно проигрывается. То есть вот сейчас вот будет розыгрыш. Ну и что? Сейчас мы определим нашего счастливчика. Давайте. Осталось только нажать вот эту кнопку. Мне повезет. Ну, повезет не мне, повезет вам. Раз, два, три. Видите, программа ищет, ищет, ищет. И выбирает. Во. И теперь мы видим нашего победителя. А зовут его Василий Гришин. Что он написал? Всегда приятно посмотреть такие видео. Сейчас зимой. Вдвойне. Вот. Так держать, Александр, и не останавливайтесь на достигнутом с крещением. То есть человек поздравил с праздником. Ну вот, Василий Гришин, поздравляю вас с, как бы сказать, с выигранным призом. Вот, со спиннингом Black Hole Spirit с тестом 4,18 грамм. И под моим каждым видео есть адрес моей электронной почты. И напишите мне на мою электронную почту, свяжитесь со мной, и мы уже решим вопрос, как мы, как бы сказать, отправим данный спиннинг вам. То есть спиннинг пойдет сразу же с компании Coex с Москвы на ваш адрес.
Еще раз, Василий Гришин, поздравляю вас с выигравшим спиннингом. Вот. Ну, вот, посмотрели мы, как произошел розыгрыш. Я думаю, ко мне вопросов, я думаю, ни у кого не возникнет. Все это мы видели своими собственными глазами. Еще раз, Василия Гришина, поздравляю с его выигрышным спиннингом и прошу его связаться со мной по моей электронной почте, которая написана под каждым моим видео на моем YouTube-канале. Вот. Ну и, конечно, мое видео, уважаемые зрители, подошло к концу. Не могу точно сразу, думаю, у всех какие-то такие вопросы у кого-то, наверное, есть. То есть будет еще что-то разыгрываться или еще что-то будем мы в этом направлении, я буду двигаться или нет. Ничего гарантированно не могу сказать, я обещать. Но вот данный интересный комментарий, с чего все началось от Юпитера, да? То есть оно вот сподвигнуло меня как бы организовать вот сия деяние, да? Данное действие, вот. Ну а мне наступило время с вами прощаться. Все, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, уважаемые. Делитесь этим видео с вашими друзьями. До свидания. До новых встреч.